Керами – это крупнейший изготовитель купелей в Европе. Компания была основана в 2001 году как семейное предприятие и по настоящее время ведет производство в городе Састамало, Финляндия. В зависимости от сезона мы нанимаем на работу от 16 до 30 человек, а также сотрудничаем с большим количеством поставщиков из ближних городов. В нашем дочернем предприятии, работающем в сфере алюминиевого производства, занято 10 человек. Каждая купель фирмы «Керами» собирается вручную на фабрике на территории Финляндии. Мы гордимся высочайшим качеством нашей продукции. Мы тщательно подбираем материалы и огромное внимание уделяем конечной отделке изделий. Мы предлагаем купели разных размеров, из различных материалов, в разных вариантах расцветки. В нашем ассортименте найдется подходящий вариант для осуществления любой мечты. В горячий сезон мы изготавливаем от 20 до 40 купелей в день, а в некоторые дни даже до 80 купелей. Это означает, что ежедневно мы отправляем от 2 до 3 грузовиков с нашей продукцией. Мы вкладываем свои средства в оборудование, упрощающее процесс работы. Робот-упаковщик «Микко» является заключительной ступенью процесса производства. И после него купель отправляется к заказчику. Наше успешное сотрудничество с транспортной фирмой гарантирует быструю доставку по всему миру.